Всем здравствуйте! В эфире «Особый тайм спорта» и я его ведущий Михаил Дорошенко. Сегодня все о легкоатлетической эстафете в День Победы. Парад Победы, шествие бессмертного полка, концерт, фейерверки – так ежегодно встречают в Новосибирске 9 мая. Точно так же в этот день традиционно на площади Ленина проходит легкоатлетическая эстафета. 2016-й – не исключение, и Константин Бухтатов несколько часов фиксировал итоговые результаты, общался с победителями. Пришлось ему выяснять, кто в итоге победил и в самом непредсказуемом забеге среди военнослужащих. Там не обошлось без дисквалификаций. Почему не боялась? Потому что я сильная. Почему что? Потому что я сильная. Сильная? На фоне остальных участников забега Алина, одна из самых юных участниц эстафеты, совсем маленькая. А если еще учесть, что последний этап в любой эстафете, легкоатлетической, биатлонной или в бассейне, самые ответственные, то слова Алины, что она сильная, сомнению просто не подвергаются. Бегут самые юные, самые молодые бегуны, девочки и мальчики 2003 года рождения и младше. Дистанция у них небольшая, вот буквально до часовни сейчас добегут, обратно вернутся, но вот действительно погода сейчас такая холодная, я не знаю, как они бегут, но одеты вроде тепло, мне, по крайней мере, холодно. Это вам не май месяц, принято говорить, ссылаясь на холод. Но сибирская погода уже приучила нас к необычному. На календаре 9 мая, на термометре 2 градуса тепла. И бежать приходится, изрядно утеплившись. Ну, погода не выбирает. Погода у нас в Сибири всегда хорошая. В этом году в эстафете принимает участие 150 команд. Это почти 2000 участников. Конечно же, акцент на масштабе забегов, ведь эстафета юбилейная 70-я по счету, необходим. Это больше, чем в прошлом году. И вот погода нам немножко вот подкачала, но на самом деле никто не испугался погодных условий, особенно которые вчера были. Дождь, снег, и очень приятно, что все сегодня... Я еще хочу сказать, что очень много детей прошли в бессмертном полку, а потом пришли участвовать в эстафете. Это... очень здорово и дорогого стоит. И «Динамо» бежит, и школьники, и студенты. Все бегут, но не обходятся без казусов. Команда Новосибирского военного института уверенно лидирует после трех этапов, но допускает ошибку при передаче эстафеты. Итог – дисквалификация. Я не знаю, что там произошло. Надеюсь, на то есть свои какие-то адекватные причины. Возможно, какая-то травма получилась, не знаю. Просто показалось, что как-то далеко передавали или нет. Не в этом причине. России. Думаю, не в этом. Забег среди силовых структур вообще рискует получиться скандальным. Атлеты из высшего военного командного училища на самом финише выбегают на дорожку перед своим партнером и поддерживают его морально. Однако такой способ называется лидированием. Поэтому возникает вопрос об отмене этого успеха. Обходится без протестов и аннулирования результатов. Один из самых интересных забегов среди школьников. Ученики 54-й школы с первых этапов создают огромный задел, и догнать их не удается уже никому. Очень позитивно. Мы победили, я надеюсь, мы установили рекорд. Мы чисто за этим. Победа и рекорд. Как готовились к эстафете? Готовились очень хорошо. Вчера, сегодня палочку передавали везде. Мы серьезно готовились. То есть задача была именно рекорд поставить? Да. Победить рекорд. За счет того, что вся команда там каждый этап работал на максимум. И благодаря этому я получил отрыв, и мне надо было просто добежать. Забег девушек – безусловное украшение эстафеты. И даже несмотря на любительский статус соревнований, отношение к спорту и у спортсменов, и у спортсменок профессиональное. Наши девочки молодцы. Первый бежали с хорошим отрывом. В том году мы вторые были, в этом первые. Я горжусь ими. То есть все-таки нет, да, наверное, лидеров команды? Наверное, командная работа, прежде всего. Командная работа, да. Как тренируетесь, как вели подготовку вот к этим этапам? Ну, тренировки каждый день бегали, также свои этапы пытались пробегать. Хорошо тренировались, тренер хороший. И в конце немного о результатах. Общекомандный зачет среди районов города остался за Центральным округом, второе и третье место за Кировским и Ленинским районами. Особый тайм спорта и его ведущий Михаил Дорошенко. Смотрите наши выпуски и занимайтесь спортом. До встречи.